Привет, друзья! Прежде всего, если вы не хотите, чтобы в нашем сериале появлялись новые плохие персонажи. Если вы хотите, чтобы Яман узнал правду о Канане, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим наш номер. Не забудьте включить уведомления, чтобы получать уведомления о первых видео. Кто новый злодей в нашем сериале? Будут ли Яман и Сехер родить ребенка? Как Яман узнает, что Канан не болен? Поженится ли Али и Дуйгу? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Не теряя много времени, перейдем к новому эпизоду сериала «Эманет». В новом эпизоде сериала «Эманет» Канан будет стоять у дверей особняка. У Зии случится нервный срыв. Именно тогда Канан будет использовать лекарство от рака. В результате Канан упадет в обморок. Сехер, как всегда, запаникует. Сехер скажет Яману, что ее мать больна. Яман также выяснит, не заболела ли его мать. В результате Яман будет думать, что Канан болен. Врач Канана тоже обманет Ямана. Сехер и Зия также приведут Канана в особняк. Канан же поселится в особняке. Но это будет конец Сеха, потому что Сехер своим добром принесла ей смерть. Канан разделит Сехер и Ямана. Фактически Канан и Зухал будут сотрудничать и убивать Сехер. Если Сехер не будет осторожен, она умрет и покинет нашу серию. Также в нашем сериале появится персонаж по имени Эсмерим. Этот человек возьмет на себя роль любовника Канана. Эсмерим превратит жизни Ямана и Сехера в темницу. Но, скорее всего, правду раскроет врач Канана. Врач Канана будет испытывать чувство вины. Таким образом, Яман узнает, что его мать не больна. Джанан и Зухал отправятся в тюрьму. Яман и Сехер тоже будут счастливы. Также у Сехер и Ямана будет ребенок. Сехер скажет Яман, что она беременна. Так как у Ямана тоже будет ребенок, он будет летать от радости. Кроме того, между Али и Дуйгу завязался роман. Али выкрикивал свою любовь к Дуйгу в последнем эпизоде. Дуйгу был также шокирован признанием Али в любви. В следующих сериях Дуйгу также ответит Али. Таким образом, Али и Дуйгу поженятся. С женитьбой Али и Дуйгу султан Биби будет этому очень рад. Но как Яман узнает, что Канан не болен, и буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы об этом думаете. Если вам нравятся такие ролики, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, друзья. Будь здоров и увидимся снова!